В Ленинском городском округе проходит благотворительная акция «Помощь солдатам российской армии». В ней принимают участие предприниматели, государственные и частные компании, а также общественные организации и просто неравнодушные люди. Присоединилась к акции управляющая компания «Купеленко». Организация не в первый раз принимает участие в благотворительных мероприятиях, проходящих на территории Ленинского городского округа. Ранее совместно с активными жителями УК уже отправляла гуманитарный груз для проживающих на Донбассе. Теперь пришло время оказать помощь российским солдатам. Это деньги от прибыли, конечно, это деньги учредителей. Участвуют сотрудники управляющей компании, участвуют все желающие. Мы бросаем клич и, собственно, собрали все необходимое по списку. Ну, очень хочется, чтобы кому-то от нашей помощи стало чуть-чуть легче. В коробках все самое необходимое. Средства личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения, дорожные наборы, аптечки и репелленты. Всего удалось собрать более 200 килограммов. Мы очень рады им помочь. Наша помощь очень нужна, очень важна. В дальнейшем будем также помогать нашим коллегам, ребятам. Собранную гуманитарную помощь видновчане передали организатору акции Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Отсюда вскоре группа общественников доставят груз в Белгородскую область, где расположены пункты выдачи для участников спецоперации.